Ну что, с Богом еще раз попробуем пройти. Пока у нас вообще не ахти было. Самая главная проблема, их можно выносить, просто можно разносить. Но патронов просто, когда нету, ты начинаешь встревать. И мало того, что они даже не выпадают, нихера. В ближний бой идти-то вообще, ну, такое себе удовольствие, просто-напросто. Патронов просто не хватает, ребят, вообще. Более винтовка привязана к навыку. Никуда от него не денешься. Да, там лом выпадает, да, там вот это все, это хорошо, согласен, но патроны это прям... Для меня патроны намного ценнее ресурс, блин. И собака тоже исполняет, бегает вокруг меня какого-то хера, блин. Когда должна просто видеть любую мишень, выбирать и гасить ее, пока она не склеится. Ну что ты вокруг меня бегаешь? Ну ты же видишь, вот он бежит, ну вот он, потенциальный твой враг. Почему ты вокруг меня опять топчешься? Пойдем. Раз ты не хочешь, я тебя сам поведу в мясо тогда, блин. Чтоб ты хоть что-то полезное делала. Охренеть. Давай. Хоть с какого-то урода хоть патроны выпали, блин. Да все, все, успокойся, герой, блин. Сука, а ты посмотри, там мразь тут просто попадает же, а? Да блять! Все говно, сука, накидает, блять! Да ёб твою мать, ты чё, мразота, сука? Чё ты вокруг меня, сука, бегаешь? Гасит его быстрее, этого ублюдка, блядь. Ты чему еще, сука, на меня гниль свою сраную наложила, блин? Ублюдина, сука, сраная, блин. Пойдем. Пока меня вообще не впечатляет. И на Яэше нас просто выносят вообще. Мы вообще никто просто. От нас одно название. Мы вообще чмо просто. Мы даже не какой-то там герой, там что-то какие-то прокачки, у меня какие-то стволы. Вообще чмо просто самое натуральное. На ветеране просто вообще. Даже те копейки, которые выпадают. Собака просто вообще расслабилась. Она раньше прям прикрывала, прям нормально прикрывала. Здесь прям вообще ничего не делает. Как будто, блин, чужой мне пес, блин. Я тебя что тренировал-то, ради чего, блин? Мне же помогать надо, у меня же спина тоже, блин, не прикрыта. Ты ради этого, ты и должен со мной быть рядом. Мало того, что их как говна здесь постоянно, они прям давят вообще жестко прям. Ёб твою мать. Пошел ты нахуй. Беги, блин, пока он тебе по хребту не дал, блин, с корнем. Что меня? А чё он на него не накладывает эффект кровотечения-то, блин? С какого хера-то, блин? Ну просто как танк идет вообще ему, прям просто вообще насрать, что происходит. Я с ним драться даже в ближнем бою не подумал, потому что он меня втопчет, блин. Атакуй его давай! Ёб твою мать, вот это урон, блин. Да блять, сука, сука, говно сраное, блин.
Да что толку от этого кровотечения? Вообще бесполезная, блин. Я не знаю, что с ним делать, просто. Дамаг просто вылетает однерка. Мне патроны надо, чтобы его вынести. Мне их просто нет. Что с ним делать-то? С этим уродом. Джерилич это тоже не тащит, не справляется вообще никак. Абсолютно. Что это такое там? Ключи от храма. Радости прям. Ты где его потерял-то? Где этот урод? Блин, давай, давай, давай. Шутука, сука, блядь. Ну и чё стоим-то? Ну и что с ним делать? Как его убивать? Давай, гаси его, не смотри ты на него, блин. Только твое кровотечение поможет что-то сделать. У меня патронов нету, ни хера, чтобы его вынести, блин. Давай, давай, давай. А почему по себе такой дамаг не наносит? Ну, в смысле, вот этот вот, да? Что он накладывает-то вот? Урод, сука, а? Куда это ты пошел, мразота, а? Блин, у меня даже лечилки нету. Ну и что с ним делать? Как с ним воевать просто? Вот правильно, красава. Теперь синяки будут. Да ты конченая, сука, мразота, блин. Ну ебать его в рот, блядь. Просто, сука, нет патронов. У меня просто, сука, нет патронов, блядь. И все, ты как чмо, блядь, бегаешь из угла в угол, блядь. Ой, блин, это просто... Ой, это так... У тебя просто нет патронов, ты ничего сделать не можешь. Тебя просто загнали в рамки, и все. И ты все, до свидания. Собака тоже нихера сделать не может, блин. Хотя на Неруде она просто разорвала всех, кто там ходил. Роботы там, я не знаю, вентиляторы эти, сука, летающие с лазером, блядь. Всякие эти
гидроскутеры, хуета это вся ебаная, блядь. Инопланетная, блядь. Боссов вообще разматывает этого колобка, как я его называл, который из железа сделал. Просто она все разматывала, все, что там видишь. Вообще просто нихера сделать не надо, потому что патронов, сука, нету. И вот эти вот мрази, сука, сраные, которые у нас вечно на башку прыгают, не, блин. Никогда патронов, сука, ублюдки не дают. Ты гасишь и гасишь, гасишь и гасишь, а толку никакого, блин, абсолютно вообще. Ничего сделать не можешь. Вообще ничего сделать не можешь, просто. Даже криты эти вылетают, блин. И не часто, но вылетают, блин. Нихера сделать не может. Все так дальше пойдет, меня будет просто выносить перед ногами. Я тут делать даже не смогу. Мне надо просто сейчас идти на локации, короче, на старые. Долбить просто лом, блин. И заодно ранг кинолога, блин. Хотя от него толку, блин, тоже, блин, такой себе, блин. Что ты там, завис, что ли? Так, давай. Ну посмотри, просто сколько я их поубивал. Патронов вообще нет. Вот, вот с одного сейчас патроны только упали. Вся разница просто. Что? Опять ты, что ли, сука? Опять это говно, блин. Ну что мне с ним делать опять, а? Я вот даже не знаю просто, как его гасить. Вот расскажите мне, пожалуйста, а? Башку ему стреляй, хоть куда ему, насрать абсолютно. Давай, блин! Черт! Мы так сейчас просто на месте будем там. Ты посмотри просто. Я с ним ничего сделать не могу вообще от слова совсем. Собака кровотечение только накладывает, и все это хоть что-то, хоть какой-то баф на него идет вообще. Блять, и тут патроны, сука, кончились, блин. Прикинь, я просто с одной плюхи вынес вперед ногами, блин. Спасибо. Мать, а ты просто посмотри, чё, а.
Ай, сука. Господи, дайте мне, блядь, терпение, а, просто. Такая просто жопа, когда у тебя нет патронов. Ты такое прям унылое говно, сука, становишься, блин. Мало того, что он, сука, бронявый, по нему криты просто не проходят, потому что ему надо либо в спину стрелять, скорее всего, сука, либо я не знаю, что делать. Мразь это. Ой, блин. Меня здесь сколько уже? Раз 10 положили просто. Вперед ногами вынесли, блин. Я ничего сделать не могу. Да тем более я даже заметил, что на Неруде и лабиринте патроны прям давали нормально. Здесь вообще ни хера не дают. Да, блин. Что вот меня? Опять, блин. Ну надо пистолет-то гасить их, блин. Поэтому-то понятно, нормально будет заходить. Этот-то никуда так не бронирован, чем тот, блин. Пошли в дверь. Пока все вообще плохо прям. Ну что, сразу ключ нельзя ставить, да? Пока все очень плохо, ребята. Очень плохо прям. У меня прям пригоралка прям была вообще нереального происхождения. Патроны прям, вот патроны, это просто проблема прям сейчас. Давай, давай заряжай быстрее, сука. Житья, сука, не дают, уроды, блин. Да ты чё, сука? О, блядь, опять это чмо, сука, появилось, блин. Да ему и со спины похуй вообще, что происходит, блядь. Ну ты куда, блядь, стреляешь-то, ёб твою мать? Да ёбаный в рот, блядь! Ну так шевели поршнями-то, блядь! Ты беременный, сука!
Давай, 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 быстрее, блядь. Сука, ты такой, блядь, тормоз, нахуй, а. Я не знаю, просто ты посмотри, что происходит, а. Меня просто ебут, вообще не вынимая. Я даже материться просто не могу по-другому. Ну, меня реально просто трахают, не вынимая вообще. Что делать вот, а? Вот что делать просто, а? Сука, идти в блок 13, короче, надо патроны покупать, ящики. Я не знаю просто, это пиздец вообще. Просто вообще житья не дают. Ну что я вот, я просто могу сделать вообще? Ничего абсолютно. Этот просто вообще, вот этот мини-босс, он просто бронь, ему вообще насрать, куда ты по нему стреляешь. Вперед, назад, блядь, вправо, влево, вообще похеру, блядь. Он как танк на тебя прет и все. Как его гасить просто, вот как? На него даже криты, сука, не действуют. Собака, ладно, там еще кровотечение наложит на него, там, 3 секунды, 5. И все, это максимум, что можем сделать. Я просто ничего с ним сделать не могу вообще. Если сейчас так меня выносят, а что будет дальше, я даже не представляю. Что будет на лосоме, будет вообще жесть. Когда мы будем драться с корнем, это будет вообще пиздец тогда. Сейчас, короче, берем патроны, блин. Просто покупаю сейчас ящиков 15 патронов, прям вообще насрать. Насколько лома хватит, прям. И идем обратно гаситься, прям просто со всеми там. Я другого не вижу варианта, у меня просто нечем воевать, меня просто в рамки поставили, и все с этими патронами, сука, конченными, на которых я ничего сделать не могу. Ладно, попробуем, что-нибудь придумать-то надо. Так. Да хорош фризить, а. Тоже, блин. И так нервы, блин, уже. Жопа вся горит, блин, с этих прохождений. Так еще, блин, и лаги, сука, сраные какие-то тут непонятные, блин. Да я понял по тебе, брат, понял, понял. Давай, Реджи, давай мне, короче, ящики с патронами, что у тебя есть, блин. Береги себя, бродяга. Обязательно. Что у тебя квест есть? Так до сих пор и не нашлась. Все. Ой, блин. Вообще-то так и есть. Так, короче. Ну, ладно. Да все, все, все. Давай, 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 давай. Давай, давай, хватит ржать, блин. Мне и так уже горит все, блин. Че у тебя там? Есть что-нибудь? Нет, интересное. А че у тебя за? Железо только? Нахер оно мне тогда? Так, а че купить-то еще можно? Блин, пойти. А, так, так, так. Давайте тогда пушку пока улучшим. Попробуем. Как твои дела? Ой, плохо все, знаешь, вот плохо прям. От слова совсем. Так, улучшение. Поехали, короче, блин. Насколько здоровья у меня хватит. Столько и будем улучшать. Так, железо, да? Кованое железо. Ну и все, короче, если давай. Что, я всегда тут. Я знаю, что всегда тут, брат. У меня пока вообще просто горит прям. Я 2 часа потратил, я даже не могу локацию пройти просто. Знаете, как это прям калит вообще прям жестоко прям. Фишка только в том, что патроны просто, патронов не хватает. И это очень обидно. Ничего сделать не можешь абсолютно. Пошли дальше пробовать. Так.
Это что такое? Темная жидкость. Давай. Сейчас, надеюсь, полегче нам будет, когда у нас есть патроны. Так, а что у нас по поводу прокачки-то? Я, кстати, здесь, пока меня убивают, я поднял 1.5 навыка, просто пока меня убивают. И не продвинулся ни на миллиметр вообще. Ну все. Надо будем просто гасить их, короче, и постепенно долбить опыт, блин. Давайте, ублюдки, а куда вы все пропали-то, а? О! Такое ощущение, что сейчас собака резвее стала себя вести. Так, а чё? Где вы, уроды все? Чё вы застали, что ли? А чё вы все стоите? Вы же до этого были прям ярые, прям такие, прям... Все пообосрались, что ли, сразу, когда я с патронами, сука, стал бегать, блин. Они прям вообще поменялись кардинально, прям. Вот один чмо уже вышел, блин. Ну, смотри, по нему вообще ничего не проходит. Ему просто пофигу, он просто как танк идет, и посмотри, ему в башку стреляешь, хоть туда ему насрать. Все, патронов нет. Вот что и требовалось доказать, а мы даже его еще не загасили. Да как, блядь, нету? Я тебе 2 раза уже, сука, сказал, ящик, блядь. Ну ты че, ебаный в рот? Да ёб твою мать! Ой, блядь. Просто дайте мне терпение, а. Чтоб я, блядь, не орал, а. Ой, блин, это просто жесть. Я вообще ничего сделать не могу, просто ничего, абсолютно. Я как будто балласт. Если так дальше пойдет, я не знаю, как будем проходить просто. На Неруде вообще проблем не было, просто их не было. Здесь же вообще жесть просто. А чё вы стоите, я не пойму. А почему, блин, они... Вот до этого они меня прям топили, блин. Сейчас что-то они там тележатся, что-то там. Блин, я так, конечно, еще не играл, блин. На ветеране, блин. Что у нас с прокачкой? Ё-моё, мы уже сейчас прокачаем этот навык, блин, а я вообще не сдвинулся ни насколько. Абсолютно, блин, полный ноль. Еще при том, что я пушку немного прокачал, блин.
Ну-ка. Просто посмотри, какой по нему дамаг проходит. Вообще, просто вот, вообще, это пиздец полный, блин. И навык вообще ни хера. Сука, конченая мразь, блядь. Давай, 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 Джерри, ну! Тащи, блин! Вставай, блин! А на него не действует его навык вообще. Ему насрать просто, блин, что происходит. Ублюдки, откуда вот берут только отсюда, а, блин? Блять! Конченая, сука, мразота, это сраный вот этот мини-бот прям меня вообще калит прям. По нему просто дамаг не проходит, никакой абсолютно. Ему насрать, он идет как танк просто, посмотри, в башку стреляет, белый ему. Сейчас помогу, вставай. Спасибо. Поднимайся. О, такая рысь просто, ты посмотри, вообще просто конченый прям. С ним ни хера сделать не можешь вообще просто вот. Урод, сука. Так. Тяжело нам жирелистовый придется. Ой, как тяжело, блин. Мы даже не представляем, какое дерьмо мы, сука, залезли. Там ветеране, блин. Печально, конечно, все очень печально прям. Меня прям пригорает от того, что мы сейчас так страдаем, просто прям. Не, ну этих-то ладно, еще гасить-то они ни о чем не, но вот с этим клоуном это просто жесть. Там еще обидно, что с этих ублюдков, сука, даже патроны не дают, блин. Опять патронов нету просто-напросто. Их нету вообще. Как вот с ними драться вот? Не, вот это вот гасить-то ладно, он, блин. Он нормально всасывает в себя урон. Но вот этот вот клоун, блин, это вообще жесть. С такими вот ребятами у нас вообще проблем не возникает. Они нормально дамаг впитывают в себя. Но вот тот, который корень выпускает, идет как танк просто. Его надо в толпу кидать на разборке прям. С какими-нибудь такими же, как я, факультеками. Он будет просто всех класть вперед ногами. Я себя чувствую просто беспомощным. А с этих уродов еще посмотри, с них патроны вообще не выпадает просто. Опять урод какой-то появился, блин. В
Пойдем, жерели. У нас тут все плохо вообще. Они просто прут вообще. Не без остального. Прям такое ощущение, что прям вот... Они там на таблетках бессмертия, что ли, на эликсире смелости играют. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Тут, по-моему, я все вроде как, да, видел. Так-то мы фармим, конечно, ну, железо, да, там вот эти все ломы, там прикольно, там базара нет. Но вот с таким вот мини-боссом это просто трэш. Ты в него вливаешь столько патронов вообще просто. А взамен у тебя никакого нету вообще выхлопа. У тебя просто берет, подходит и уничтожает. Прям втаптывает в пол, блин. Вот опять патронов ни хера нет. Посмотри, что, а. Я уже столько ящиков прям потратил, вот, а. Как минимум уже 5, блин. А патронов ни хера не дают. Просто не дают. Просто ничего не выпадает. Вообще ничего. О! Пошел ты, блин. Не, вот этот-то тоже лох, прям в него нормально заходит. Больше всего мы боимся вот того кандидата. И посмотрите, ребята, вот. Он единственный, с кого патроны вывалились. Он единственный, и то там, ну, ну ни о чем просто с него дали патронов. Я говорю, блин, с ящиками сейчас, конечно, будет бодрее, безусловно. Кольцо двух леса. Так, надо дверь открыть. Жесть. Я тебе больше скажу, это не просто жесть. Это вообще помочь нечем, друг мой. Киула, да? Сейчас познаем весь зен, блин. Ох, ребята, сейчас будет, наверное, что-то просто невыносимое. Киула сейчас нас просто разорвет. Уж не знаю. Не, мне не получится вынести с первого раза, мне кажется. Я понимаю, не ори ты, нормально все. Ну что ты, вставай, блин! А, ну понятно, блядь. Куда у тебя выносливость тратится, я не понимаю, просто. На тебе доспехи, сука, легкие, у тебя никакого вообще нету рюкзака, просто, блядь. Может, тебя вообще, блядь, раздеть просто, блядь. Ёб твою мать, вот тут серьезно, а. Ладно, забей. Я все понял. Я все понял. Так, ладно. Давайте, спокойствие, только спокойствие. Ну давай, урод. Так, где твоя щупальца сраная, блядь? От
Смотри-ка, а скиллы патроны дают? А ну это же босс. Понятно. Да и то, как дают-то ни о чем. Где Киула? Куда ты спрятался? Выползай. Куда так, блин? Ах ты мразь, а. Ты что, мою собачку обидел, мразь? Да ты сука, шлюха. Ты, блядь, ублюдок, сука, сраный, а. Вставай, блядь. Беременный, блядь. Урод, сука, собаку мою, блядь. Да шевели ты быстрее булками, блядь. Сука, мне просто не дай к собаке подойти, блядь. Да, пиздец. Он мне просто к собаке подойти не дает, урод, и все. Что с ним делать, а? Ладно. Мразь, сука. Я из-за собаки только стал так замарать, потому что, ну, собака его хотя бы отвлекает, а? А вот это вот чмо, блин. Свою шляпу, сука, сраную сюда, блин, тут пригнал, блин. Чё ты сразу съебался-то, блин? Зассал, что ли, блядь? Герой, блядь. Давай, давай, шевели жопой, блин. Твою мать, а. Давай, перезаряжай быстрее. Где он, урод, блин? Понятно. Смотри, что, блядь, а. А что-то по нему криты ни хера не вылетают. А посмотри, что, блядь. А сейчас он вообще перебывает, просто посмотри, а. Да ты чё, сука, а? А сейчас он вообще перебывается, просто-напросто, бля. Ни хера сделать не может. Называется, в струю попал, нормально, да? Блять! Вставай быстрее! Говно, блин. Да, блядь! Yes. Думаешь, мне хорошо, блин? Мне, сука, последняя реликвия осталась, блин. Да, блядь! Быстрее ты, блядь! Уебать! Какой, сука, беременное чмо, блядь, просто нахуй! Ладно. На Киуле прям что-то у меня прям вот это прохождение, вот эти два видео просто горит прям вообще. До этого я даже вообще... У меня даже не сгорало нисколько. Здесь прям просто, блин. Вот это вот... Животное, сука. И чё ты, застал, что ли, сразу, блядь? Съебался, да? Да, блядь, чё ты, сука, лезет, блядь? Хера, он сразу свою щупальца повызывал, ублюдок.
ты урод, а? Заебать его в рот! Быстрее нахуй! Вставай, блядь! Так. Да ты, сука, блядь! Мало того, что перезарядиться, сука, не дает, еще, блядь, навык этот сраный. Да что за жопа, сука? Сука, блевота сраная, блядь. Съебался опять, нахуй. Зассал, блядь. Со всех щелей, блин. Да, блядь! Блядь. Говно свое, сука, понавызывал, блядь. Да ебать его в рот, а! И он сдох, сука. Чмо, блядь. Я тебя, сука, с собой забрал, пидорас, нахуй, в ад, блядь. Ублюдок, сука, сраный. Чтоб тебя, сука, в аду, блядь, черти трали, нахуй, урод, блядь. Просто вообще жопа, вообще жопа в этой локации. У меня прям просто горит, прям. Мало того, что, блин, патронов не хватает вообще. И чё, а где с тебя? Чё выпало-то, блядь, ёпта? Ходит, сука, как беременный, блядь. Так, ну и чё, а чё с тебя выпало-то? Где с тебя лут-то вообще? Понятно. В этой локации просто вообще жопа горит прям. Хорошо, хоть его загасили, блин, и то под... Лучше бы я, конечно, его не убивал, блин. Потому что непонятно, что с него выпало вообще, или выпало хоть что-то, блин, с этого урода. А тут еще ни хера нету, блин. Даже ни одного ящика не поставили для счастья. Короче, все печально вообще. Поэтому, да, вот эти вот два прохождения у меня просто горело. Первое, то, что патроны просто, они бесполезные, блин. Вот выходит этот какой-то мини-босс, он вообще танк просто. Он идет, у него 2 хп слетает. Сколько надо патронов вылить, чтобы он сдох? Мало того, что ты зажигательный кидаешь, они на него просто не идут. Как на еще собака кровотечение накладывает, это вообще непонятно. Киула, ну, ладно, там можно было его прогасить подольше, блин. Просто щупальцы тоже иногда там обламывают, когда вот эти моменты с патронами. А патроны-то не выпадают вообще. Дефицит патронов полный, ребята, просто полный. Ты... Я сейчас, короче, просто после этого прохождения вот этого вот конкретного участка, я просто солюсь, короче, тупо долбить лом просто. Потому что если у меня не будет лома, чтобы я зашел прям и нормально прям прикупил, я не знаю, ящиков, наверное, 100, блин, просто сотку прям купил. Чтоб у меня было 100 ящиков патронов, потому что я не представляю, как воевать, ну вообще прям. А без патронов, ребята, я уже понял, мне ловить здесь нечего. Так, давайте сейчас дойдем до камня, до какого-нибудь сохраняющегося, и закончим, ребят, потому что уже, в принципе, блин, мы сделали все, что хотели на данный момент, ну,
Я потратил, получается, 7 ящиков, да? Где я сейчас нахожусь? Запретная роща, это вообще, что ли, левый участок какой-то? Понятно. Есть хоть обратно, походу, иди, короче. Сливайся. Короче, я сделаю сейчас проще. Я сейчас вернусь обратно. Ну, в смысле, подойду туда вот на начало. Давайте вот здесь, короче. Здесь мы, в общем, остановимся. Разделим этот видос на две части, то есть. И дальше будем дальше продвигаться по запретной роще и фармить, получается, класс и, соответственно, лом. А почему дополнительный класс я не могу выбрать? Нужна энграмма, блин. В смысле? А вот это вот что? И почему я не могу ее одеть? Значок медика. Ну? А почему я не могу ее применить-то? Вот она, энграмма, ну. Что за дела-то? Угорать, что ли, надо мной? Ладно, короче, давайте мы сейчас вот здесь вот на мосту сохранимся и дальше попробуем пройти. Всем, ребят, спасибо, всем удачи, берегите себя и самое главное, не горите, как я в этой игре. Ха-ха.